Всем привет! Вы на канале Мишка Зайка. И сегодня я покажу вам некоторых, ну, как бы сказать, пэтов, которые очень интересные. Там у меня их, конечно, много, но я покажу вам, ну, такую часть, которая моя больше любимая. Ладно, поехали. Если первый пэт, он вот такой. Он сверкает, если его показать свету. Очень интересный пэт. Поэтому я считаю его как своим самым лучшим пэтом. Ну, он как бы в моей части любимый. У меня есть пэт вот такой, с первого взгляда обычный, но это LPS, звездочка. Очень красивый пэт. Вот такой вот пэтик. Я поставлю сюда. А сейчас я покажу вам пэта с звездочками. Я покажу вам двух, потому что они снимались в моих видео. Первый пэт, ну, этот не снимался, но мы хотели его выложить, но видео не выложилось. Это пэт, его зовут Милка. Вот такой пэт, у него блестящие ушки. Ой, он постоянно падает. Все, хватит, стой. Все, молодец, все. Еще один пэт, это вот такой, тоже. Он был с ним, вроде бы, видео, но не показал я его, потому что тоже видео не выложилось. Вот такой вот пэт. Тоже с блестками. Очень прекрасный пэт. И красивый. Очень. Сейчас я покажу вам еще пэтов. Вот еще мои два пэта. Вот такие вот прикольные. Это LPS звездочка. Я могу вам даже это доказать. Вот. Вот. LPS звездочка. Редкий пэт. Не буду их ставить, потому что я уже показывала. Вот пеликан. Это блестки. Панда. Тоже блестящий. Еще у меня вот. Кролик такой милый, мягкий. Тоже блестки. И так уже у меня вот это вот сердечное. И, ну, для меня. Потому что, ну, сердечко вот это прям не в тему. Ладно. И змея такая вот очень-очень прикольная. Она мне очень нравится. Так что я сейчас буду показывать вам еще какие-нибудь видео. Ой, пэтом. Сейчас покажу вам пэтов, которые мне очень нравятся. Это вот еще вот такой вот прикольный пэт. Такой. Такой. Их должно быть 7, 4, 5. 5 пэтов. Сейчас я вам еще покажу двоих. Вот. Лягушечка. И вот такой. Ой, не слоник. Сейчас. Черепашка. Вот. Такие пэты. Прикольно, тоже блестящий. Блестящий у нас есть. Ладно, все. Вот мои два, можно сказать, для меня самые прекрасные пэты, потому что у них, у этого перламутрового все переливается. Ну, на камеру, конечно, не видно, но, может, чуть-чуть видно. Да, вот чуть-чуть видно, кажется. Переливается. Очень-очень красивый пэт. Так же, как и этот. У него тоже переливается. Но этого уже более видно на камеру. Вот так вот. Вот такие вот пэты. Вот. Они мне очень-очень нравятся. Сейчас покажу вам еще двух пэтов. Я их считаю ненормальными, потому что я даже не знаю. Вот тут пэт, у него нету LPS. У него не написано LPS. Не знаю почему, но так же, как у этого, не написано нигде LPS. Может быть, поддельный, я точно не знаю. Если вы знаете, отпишите в комментариях. Но я их считаю пока такими более-менее пэтами. Я даже не знаю. Сейчас я вам покажу вам еще моих двоих пэтов. Это вот такая собачка и такой миленький енотик. Он очень няшный. У енотика вот такой пушистый-пушистый хвостик. А у этой собачки очень пушистые ушки. Также и у одной чихуахуа. Я сейчас вам ее покажу, если не найду. Нет, я ее не смог найти. Поэтому
может быть, я сейчас покажу вам, а может и нет. Если она тут близко, то покажу. Кажется, нет. Извините, но в этом видео я не смогу вам эту собачку показать. Так что, ладно. Вот такие вот. Милые пытики. Еще последние, ну, почти последние, это перламутровые пэты. У них у этой хвостик, ножки, грива и носик перламутровый. А у этого, ну, как вы видите, у него тут перламутровая. Вот это, короче, почти весь перламутровый. Мне это очень нравится, это милый. Это мой второй пэт. Ой, не второй. Ну да, второй перламутровый пэт. У меня больше нет таких пэтов. И вот еще один пэт. Он мне очень забавляет, потому что у него вытаскивается голова. Сейчас я вам покажу его. Вот, сейчас. Сейчас покажу. Во! Вот у него вытаскивается голова. Я не знаю. Ну, LPS на нем написано. Вот. LPS. Прикольный. Пэт. Ну, я не знаю. Ладно, пусть валяется там. И последние мои 4 пэта на сегодня. Это вот такие вот милые пэты. Это сова. Маленькая-маленькая. Обезьянка. Собачка. И вот такая мартышка. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на канал Мистер Зайка. Пока-пока!